Так, осталось еще двое. Так. Не могу я их найти. Сейчас мы застряли вдобавок. Вот один. Не хотят нас скидывать машинки. Мы, по-моему, повисли чуть-чуть. Вот, отвисли. Вообще, бета-катаклизм очень нестабильно. Иногда меня выкидывает. Хотя, может быть, это из-за стрима. Я этого не отрицаю. Но все же, иногда, даже когда я без стрима играю, бывают такие неприятные очень дисконнекты, лаги вообще. Все, садимся мы обратно в машину, квест наш выполнен. И сейчас, я думаю, мы купим вещи для вечеринки нашей будущей. А первым мы возьмем... Что мы там первым возьмем? Так. Это у нас костюм мы сейчас берем. Мы покупаем себе новый костюм. Забираем теперь всякие висюльки. Блестящие, как они здесь названы. И остался еще одно что-то там. А, и модные очки, конечно же. Как же без модных очков? И по пути мы закончим квест с американским, с гоблином, гоблинским футболом. Это откровенная пародия на американский футбол. Сейчас вы увидите. Сдаем квест. Берем новый. И, как вы видите, нас сейчас посадят в шреддер, и нам надо будет убить 8 таких шреддеров маленьких. Квест очень забавный, видите, мы кидаемся. Они все идут и идут. Так, осталось совсем чуть-чуть. Все, квест, по идее, должен быть выполненным. А, нет, не выполнен, нас бьют. Не можем попасть по этому шреддеру. Вот, все, попали, квест выполнили. И нам дают новый квест, надо забить гол. Нас опять сажают в шреддер и дают пнуть мячик далеко, высоко. Забиваем гол, и именно в этот момент происходит катаклизм. Видите, здесь эмоция, почему земля начинает дрожать. Выбираем награду, завершаем квест и отправляемся к себе на базу. База у нас, к счастью, находится недалеко. Мы по бездорожью быстренько туда доедем. Вот вверх на гору. Пара-па-па-пам. Быстро добираемся. И сдаем. И сейчас произойдет новый эффект фазирования. Нас отправят на вечеринку. Даем мы быстренько квесты. Учим у нашего тренера Эвис Крейт. Потрошение, по-моему, на русском называется. Вот, да, вот наш тренер. Она дает квест. Учим мы Эвис Крейт. И сдаем ей же квест. Нам дают целых 130 опыта. Почему нет? И сейчас я вам покажу очень занимательную вещь. Вы пока что ничего не видите. Вот так подойдем мы. И вот я хочу вам представить вам тренера воинов.
Вот так вот. Вот такие вот люди учат наших воинов. Но, по-моему, им явно не нужен интеллект. Вы согласны? Так. Дальше мы... Вот такая вот почта будет у гоблинов. Вот. Своеобразная ракета. Заберем мы нашего питомца. Можно его будет выучить. И пойдем сдавать квесты. Так. Сдаем все. Все, что нам дали. Мы повышаем уровень. 4-й теперь. И сейчас нас отправят на вечеринку. Сейчас мы оденемся в модное платье. Вот так вот выглядит наша гоблинша. Стиль. Вот он, настоящий стиль. Отправляемся мы на нашу вечеринку. И здесь нам надо использовать наши эмоции. У нас есть 5 эмоций. Выпить, подставить... как бы так как выразиться, подставить ведро для рыгания, наверное, я даже не знаю, если честно, станцевать, запустить фейерверк и съесть закуски. И как вы видите, у каждого гоблина здесь он делает свою эмоцию. Например, этот ест выпить закуску. Мы делаем точно такой же ивент, и нам засчитывается. Всего надо так ублажить 15 гоблинов. Эта гоблинша танцует, мы с ней тоже потанцуем. Дальше. Вот, самый забавный ивент. Видите, гоблинша встань, она рыгает. Мы подставляем ей ведро, и ей сразу становится хорошо. Этот гоблин опять танцует. И видите, эти гоблины стоят с бенгальскими огнями красненькими. Мы запускаем фейерверк, и они радуются вместе с нами. Так. Ищем еще кого-нибудь. Этот гоблин опять ест. Этот блюет. Рыгает. Этот гоблин опять ест. Все любят есть здесь. Есть и блевать. Похоже, еда была отравлена. Этот гоблин опять ест. Эти гоблины вообще ничего не делают. Пить, по-моему, здесь вообще никто не хочет. Они как бы на вечеринке. Они здесь либо блюют, либо запускают фейерверки, либо они как бы даже не знаю, что делают. Пить, по-моему, здесь вообще никто не хочет. Вот, я нашел, наконец-то, гоблина, который пьет. Вот, мы с ним выпили, он доволен. Станцуем. Нам еще надо 2 эмоции сделать. Так, последний. Вот, люди танцуют, гоблины танцуют. А, вот здесь кто-то ест. Все, мы доделаем ивенты. И отправляемся обратно к квестгиверам. Сейчас произойдет новый этап фазирования. А пираты разрушили все наши планы. Они напали, когда мы веселились. Они всю вечеринку испортили. И теперь нам надо убить 12 пиратов. Гоблины разозлились, стали драться. Вот так мы на дне бассейна сражаемся с пиратами. Я всегда хотел такую вечеринку себе. Так, всего нам 12. А, печально. Испортили нам такую хорошую вечеринку, где все ели и блевали. Вот шаманские тотемы гоблинов. Мини-буровая машина. Выглядит забавно. Особенно, когда их 4 вокруг. Так. Еще.
несколько на одном пиратов и продолжим мы наш путь по партизану.